Ну, комментировать даже не хочется. Тут главное, чтобы не переросло все потасовку массовую. Хотя это предполагалось с самого начала. Махарадзе. Сейчас желтую, даже красную Махарадзе должен получить. Тут, наверное, зря вмешались ребята со скамейки запасных Сурхона. Махарадзе прямую красную получает, как мы и предполагали. Да, завелся горячий кавказский парень. Свои, да, оттаскивают? Там спровоцировали, а понимая, что он решился... по-молодежно выражаясь, врубиться за своих. Это, конечно же, правильно, молодец, но